Сегодня так модно говорить о фитнесе, здоровье, правильное питание и заботе о своем организме. И я, и вы понимаем, что на самом деле это не дань моде, а необходимость. Однако многие предпочитают только рассуждать об этом. И так всегда проще. Для того, чтобы перейти от слов к делу, нужно обрести цель, принять одно единственное решение и начать действовать. Итак, определитесь с простым вопросом. Нужно ли вам здоровье? Нужно? Тогда начнем с простого. Все знают о том факте, что для нормального функционирования организма необходимо минимум 2-3 литра воды в сутки. Воды, а не... Почему именно воды? Давайте посчитаем. Пол-литра жидкости мы теряем за ночь. Каждый день мы дышим. И на это уходит еще пол-литра. Часть необходимой влаги расходуется естественным путем. Итого, уже 1,5 литра воды организму необходимо, чтобы просто восполнить естественные потребности. Почти все напитки на водной основе – чай, кофе, соки – не помогают организму, а наоборот нагружают его работу. Организм начинает отделять полезные вещества от вредных. Такая постоянная лишняя активность перегружает его, а это сокращает продолжительность жизни. А между тем, чистая питьевая вода становится основным ресурсом во многих странах. Вряд ли стоит напоминать, что качество воды в современных городах оставляет желать лучшего. Именно поэтому по всему миру продают бутилированную, очищенную, как от вредных, так и от полезных веществ воду. Казалось бы, просто и понятно. Но что делаете лично вы для того, чтобы изменить себя и свои привычки? Кажется, мы уже говорили про решение. Наша компания сделала свой выбор. Мы сконцентрировались на том, чтобы помочь тем людям, которые поставили себе такую же цель – быть здоровыми. Но что это такое – быть здоровым? Мы хотим, чтобы каждый человек на Земле имел возможность пить качественную, чистую и полезную воду. Более 15 лет назад началом больших перемен для тысяч людей стал Coral Mine – пакетик саше, который обогащает воду полезными минералами, нормализуя ключевые показатели и улучшая физиологическую полноценность воды. Coral Mine до сих пор наш самый популярный и востребованный продукт. Мы произвели уже более 1 миллиарда саше. После многолетних исследований и изучения темы воды и здорового образа жизни, мы создали целую систему для поддержания здоровья человека. Сегодня мы производим более 150 продуктов для заботы о красоте и здоровье людей в десятках стран. Наши продукты разрабатывают ученые с мировыми именами в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Европе, Южной Корее и Японии. Мы не только создаем продукты для здоровья, но и помогаем использовать их эффективно и правильно. Здоровье – залог полноценной жизни, ее основа. Ведь согласитесь, когда мы здоровы, мы не отвлекаемся на болезни, и фокус нашего внимания направлен на то, чтобы состояться и реализоваться в жизни. Теперь поговорим о бизнесе. У каждого из нас есть работа. Кому-то она нравится и приносит удовольствие. Кто-то держится за офисное кресло, как за спасательный круг. И это нормально. Мы не настаиваем на переменах в вашей жизни, потому что она ваша. И кому-то эти перемены попросту не нужны. Менять ее или нет, выбор всегда за вами. Но мир состоит из возможностей, о которых вы знаете или не знаете. И заработок не исключение. Мы уже сказали, что вода является драгоценнейшим ресурсом человечества. И рынок чистой воды с каждым годом растет. Именно поэтому многомиллиардные компании ставят ее в основу своего дела. Ведь где бы ни находился человек, ему всегда будет нужна питьевая вода. Но нашей задачей было создать решение здоровой воды, в нише которой, по сути, еще не существовало. Coral Mine – это продукт, который удобно иметь под рукой, в сумке, в машине или дома, для того, чтобы всегда пить воду природного качества. Здоровье – это культура. И для того, чтобы она прижилась, она должна достаточно долго и беспрерывно присутствовать в обществе. Это тот ритм жизни и те здоровые привычки, которыми вы делитесь, рассказывая о них своим друзьям и близким. Так вот,
MLM-бизнес в своем первозданном виде – это бизнес качественных рекомендаций. Сетевой бизнес – это форма, такая же форма, как розничная торговля или непосредственная продажа. Во многих странах способ продажи товаров и услуг через сеть уже практически вытеснил традиционные пути сбыта. Это удобно, перспективно, и по статистике количество людей, работающих в сетевом бизнесе, с каждым годом неизменно растет. Сразу оговоримся. Мы против агрессивного маркетинга. Мы против того, чтобы людям что-то навязывали. Мы хотим, чтобы люди сами ставили себе цели и делали свой собственный выбор. Ведь люди – это главная ценность в MLM-бизнесе и в нашей компании. Становясь дистрибьютором-партнером, человек получает множество бесплатных инструментов для своей работы. Спросите, зачем нам все это нужно? Мы создали уникальный качественный продукт, и инвестируя в развитие дистрибьюторов, мы продвигаем его на рынок, просто предлагая людям пить качественную воду и заботиться о здоровье своего организма. Наше предложение нашло отклик. На сегодняшний день наши идеи работают в 38 странах. Мы открыли множество офисов и представительств и обрели важных для компании партнеров по всему миру. С каждым годом мы открываем все новые и новые страны и обеспечиваем логистику и маркетинг товаров там, где в нас нуждаются. Но всего этого не было бы без поддержки людей. Людей, которым оказалась близка наша идея, а именно использовать возможности, развиваться независимо, делать здоровый образ жизни нормой и зарабатывать новыми методами. Так мы видим здоровый бизнес. Идеи объединяют и создают сообщество. Для нас наши люди – это не просто партнеры, это наша семья. Как и раньше, мы не хотим останавливаться, и нас стало больше. Мы сами стали хотеть большего. Каждый день у нас появлялись новые идеи, которыми мы делились друг с другом. Нам хотелось приумножать наши умения и знания, и мы организовали календарь бизнес-мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности работы наших партнеров. Нам хотелось помочь нашим партнерам развиваться еще быстрее, и мы запустили программу автобонуса, по которой только за первый год более 50 человек получили новые автомобили Mercedes с символикой компании. Нам хотелось видеться всем вместе, и мы придумали международный форум, который ежегодно собирает более 3000 активных партнеров компании и всегда становится для нас отчетным периодом. Мы встречаемся для того, чтобы вместе обсудить дальнейшее развитие, презентовать новые и обновленные продукты и, конечно, увидеть и наградить партнеров компании за их достижения. Нам хотелось путешествовать и дарить такую возможность другим. И мы организовали ежегодные мастерские каникулы. Для нас особенно ценно помогать людям расширять их возможности во всем – здоровье, бизнесе и жизни. Ведь благодаря этому они открывают для себя новые перспективы. Что ж, если вы досмотрели этот фильм до конца, значит, вы поняли, что мы хотели вам сказать. Успех, здоровье, карьера, самореализация не зависит ни от кого, кроме вас сами. Для достижения цели существует множество путей, но только вы сами можете выбрать тот, который подходит именно вам. Начните действовать. Меняйте сейчас. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада сегодня приветствовать всех, кто впервые пришел на нашу встречу, те, кто уже пользуется продуктами Кораллового клуба. И в фильме мне понравилась очень фраза «У нас всегда есть время возможностей». Да? Время возможностей. Сегодня мы с вами поговорим о тех возможностях, которые предоставляет компания Международный Коралловый клуб. Возможностей не только быть здоровым, но также избавиться от дистрофии кошелька. И встречу, конечно, это проведет человек, который уже этого достиг, придя в компанию, будучи доктором, изучив продукцию, получив результаты, восхитившись тем, что она видит, она рассмотрела для себя и другие возможности. И она достигла вот
всего того, о чем говорилось в этом фильме. Но этого мало. Этого достигли те люди, которым она сделала это предложение. Она зарабатывает не только сама, зарабатывают люди, которых она пригласила. Я с удовольствием предоставляю слово спикеру с нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, встречайте. Это серебряный мастер компании Татьяна Иванова. Добрый вечер, друзья. Скажите, пожалуйста, дайте обратную связь. Меня хорошо видно, слышно всем. Я вижу ваши приветствия. Спасибо вам огромное. Давайте познакомимся поближе, и будет очень приятно, если вы сейчас в чате напишите, откуда вы. Я понимаю, что у нас сегодня очень большая география на встрече, да, и было бы приятно узнать, из каких стран, из каких городов вы сейчас вышли на связь с нами. Ну, а пока вы будете это делать, давайте начинать нашу встречу. Дорогие друзья, мы встретились с вами в очень непростой период времени, потому что на планете происходят глобальные изменения, которые касаются практически каждого человека. 2 года пандемии, сейчас война в моей стране, в Украине, и много-много таких вот моментов, таких вот глобальных перемен сейчас происходит, как я уже сказала. И вы знаете, разрушаются судьбы людей, вы это прекрасно знаете, да, разрушаются здоровье людей, потому что стрессы не могут не отразиться на здоровье. И на фоне всего этого происходит разрушение в целом экономической системы, в которой мы с вами долгие годы жили. И как вот выжить в этих условиях, как найти вот этот вот островок, который даст твердую землю под ногами, да? Как не сломиться в этой ситуации? Вот сегодня мы поговорим с вами на этой встрече. И вы знаете, на Востоке есть такая поговорка, что если ты что-то хорошее узнал, то особенно если ты это испытал на себе, если ты получил результат, обязательно постарайся поделиться этим с другими людьми. И вот эта встреча организована нами сегодня для того, чтобы мы поделились с вами теми возможностями реальными, которые есть у каждого из нас на самом деле. Говорят, что нет звука. Скажите, пожалуйста, всем ли хорошо все слышно? Отлично, я очень рада. Я вот сейчас хочу обратиться к нашему чату. Мне очень интересно, откуда же у нас люди. Я вижу Молдова, Испания, Германия, Ирландия, Украина. Друзья, очень приятно. Очень приятно. Всех приветствую. Соединенные Штаты Америки. Ну, потрясающе просто. Замечательно, что вы услышали тех людей, которые вас сюда пригласили и открыли для себя те возможности, о которых я сейчас буду с вами говорить. Итак, дорогие мои, я хочу сказать, что у меня сегодня очень такой волнительный день, волнительная встреча с вами. И не в силу того, что я чего-то не знаю и что-то могу вам не рассказать. Я боюсь, что настолько мы ограничены сегодня во времени, да, у нас есть тайминг, у нас есть регламент, и боюсь не донести вам все, что у меня на душе и чем бы я хотела поделиться. Поэтому я буду стараться говорить очень быстро, и если у вас в процессе нашей встречи какие-то возникнут вопросы, вы обязательно их себе запишите, и если вы не успеете задать их в конце нашей встречи, то обязательно задайте их тем людям, которые вас сюда пригласили. Я знаю точно, что те, кто вас сюда приглашал, наверняка знают на них ответы. Итак, еще раз хотела сказать, что очень хочется донести, достучаться до ваших сердец и показать вам ту возможность, которую знаю я сама. Но вы знаете, я знаю, что не все слышат на самом деле, не все слышат с первого раза. И что касается меня, то я, наверное, знакома с компанией Coral Club с момента ее захода в Украину. То есть нашей компании уже больше 23 лет, и я с ней познакомилась, когда она пришла в Одессу года 23 назад. В тот период времени я была студенткой медуниверситета, и информацию о компании мне принесла моя подруга. Вы знаете, медики, они немножечко, может быть, в чем-то высокомерны в своей профессии. Да? Подруга экономист, я подумала, ну что она может знать вообще о вопросах здоровья, какую она мне несет информацию, тогда я не рассмотрела для себя эту возможность. Через некоторое время, будучи уже врачом и закупая аппаратуру для медицинского центра, в котором я работала, разработчик программы подарил мне пакет, стартовый пакет
в коралловом клубе. Он, кстати, стоил тогда 35 УЕ. И там была удивительная наша коралловая вода. Но я эту возможность тоже для себя не рассмотрела, потому что на тот период времени, как большинство людей, я говорила о том, что MLM и секс не предлагают, да? Была такая фраза. Вот. И опять-таки эта информация прошла мимо меня. Но больше 15 лет тому назад, когда я уже работала в врачебно-медицинском центре моего наставника, а ныне это очень успешная бизнес-леди, у которой бизнес более чем в 30 странах мира, товарооборот $200 000 в месяц в ее команде. Так вот, мой наставник, золотой мастер компании Екатерина Хинча, рассказала мне и всем коллегам моим, кто работал в ее центре, об удивительных свойствах коралловой воды. Я в тот период времени уже работала в нетрадиционной медицине, до этого преподавала в медуниверситете, но болезнь ребенка заставила меня искать какие-то другие пути для решения проблем с его здоровьем. И вот таким образом я стала работать в центре Екатерины. И вы знаете, я всегда была ищущим врачом, всегда искала способы, как же можно лучше помочь людям. И когда Екатерина пришла и рассказала нам так вот по-дружески, коллегиально, вы знаете, друзья, я начала рекомендовать своим пациентам коралловую воду, и у меня пошли очень быстрые и хорошие результаты. Меня, конечно, это очень заинтересовало, но я начала с себя, конечно, исследуя все на себе, в первую очередь на своей семье, проверить, попробовать, только лишь потом предлагать пациентам. Мы получили потрясающие результаты в семье, об этом, может быть, как-нибудь потом, потому что очень мало времени. И увидев, как работает коралловая вода и другие продукты компании, я стала предлагать их своим пациентам. И вот когда я стала получать много-много результатов, Екатерина опять подошла ко мне еще с одним предложением. Она предложила мне рассмотреть и другие возможности кораллового клуба, о которых я сейчас буду говорить с вами. И посмотрев, что да, действительно продукт работает, его не стыдно предлагать людям, я подумала для себя, почему бы и нет. И тут хочу рассказать вам один старый одесский анекдот. Один старый еврей, врач с большой практикой, решил поехать отдохнуть и оставить свою практику своему молодому сыну-врачу. И вот когда он вернулся с отдыха, его встречает счастливый сын и говорит: «Папа, папа, я вылечил всех наших больных». Ну что, этот врач ему, отец, отвечает, говорит: вот молодой, дурной, ничего не понимаешь, говорит, если бы ты их всех не вылечил, говорит, мы бы еще долгие годы жили бы на те деньги, которые бы они нам платили за лечение. Вы знаете, это всегда был моим пунктиком в моей жизни врача, потому что мне было сложно зарабатывать на болезнях людей, на боли, на горе людей. Очень часто люди приходили, жаловались, говорили о том, что у них нет денег, и это всегда было очень сложно брать за них. За лечение деньги. Всегда хотелось пойти навстречу, и поэтому, да, а с другой стороны, ну, возможно, вы знаете, что такое профессия врача, особенно когда это твое любимое дело, когда ты отдаешься ему 24/7, когда ты на связи постоянно со своими пациентами. Конечно же, в таком режиме ты не видишь ни отдыха, ни семьи, и нет возможности нормально, полноценно восстанавливать свое здоровье. Здоровье начинает в этих условиях, конечно же, уходить, падать. Кстати, врачи – это одна из специальностей, в которой люди, работающие, живут не так долго, да, не очень большая продолжительность жизни. Конечно, все эти стрессы, все эти волнения отражаются на нашем здоровье. Вот. Кроме того, у меня была любимая специальность. Я работала врачом-гомеопатом, а гомеопатия, обучение стоит очень больших денег, а мне всегда хотелось расти, совершенствоваться, и мне нужны были деньги. Поэтому та возможность, которую мне предложила Екатерина, я ее для себя рассмотрела. Я рассмотрела, и в клубе у нас есть помощь, есть наставники, есть проводники, и они помогали освоить инструменты этого бизнеса. И начала расти, обучаться я, приглашать людей, начала расти моя команда, и все было замечательно. Но скажу вам откровенно, в тот момент я все-таки не до конца рассмотрела для себя все возможности, которые предоставляет клуб. Я все-таки рассматривала его в большей степени как дополнительный доход, и для меня основная работа была – это врачебная работа. И вот когда подошло время, бизнес уже рос настолько быстро, интенсивно, и подошел момент, когда нужно было делать выбор, оставаться ли мне в бизнесе, либо оставаться в практике врача, я для себя выбрала практику.
Ну и, кстати, не было еще тогда финансовой грамотности, не было понимания того, что люди зарабатывают несколькими способами на жизнь. Один способ – это наемный рабочий, да, другой способ – это когда человек открывает какое-то свое небольшое дело, малый бизнес. Третий способ – это когда он уже обладатель большого бизнеса, и он организовывает работу других людей. Ну и четвертый – это инвестиции. Так вот, был после того, как я приняла решение, что я буду врачом, все-таки я решила небольшую свою практику открыть, частный кабинет, работала врачом. Но вот в силу того, что я как раз, мне сложно было брать денег с людей, но в течение 3 месяцев я занималась благотворительностью, вышла в минуса. И вот на помощь мне пришел коралловый клуб, потому что я просто те деньги, тот пассивный доход, который у меня уже был в компании, я взяла их, заплатила за аренду помещения, благополучно открыла, закрыла, вернее, свой этот бизнес и сказала, что больше никогда в жизни этим заниматься самостоятельно не буду. Пошла в медицинский центр и зарплату свою, свои деньги отдала на откуп своего руководителя. Так что вот такой вот у меня опыт малого предпринимательства, не было тогда финансовой грамотности. И что я хочу сказать, из клуба я не уходила. Ну, какая еще была у меня ошибка? Друзья, возможно, здесь на встрече сейчас присутствуют врачи. И я делюсь вот этой вот информацией для того, чтобы вы, возможно, увидели в этой ситуации себя, да, в моей ситуации себя. И вы по-другому сейчас, через опыт моих ошибок, взглянули на те возможности, которые дает нам клуб. Так вот, как я уже показала вам, клуб меня один раз выручил. И я не уходила из клуба, я пользовалась продуктом, но вторая моя ошибка была в том, что я еще не понимала всей концепции здоровья, которую предлагает клуб, о которой вкратце я сегодня скажу. Я все-таки в большей степени относилась к продуктам как к лекарствам. Будучи инфекционистом, я радовалась, что есть такие замечательные противопаразитарные программы на натуральной основе. В основном их я и рекомендовала людям. Ну, вот таким образом я поддерживала свои товарообороты в коралловом клубе, люди получали результаты, в принципе, было все неплохо, был дополнительный доход. Но за 7 лет работы в медицинском центре, работы врачом, накопленного опыта, я пришла к пониманию о том, что люди болеют очень часто, во-первых, из-за своей неграмотности, из-за своей неосознанности в отношении здоровья, а во-вторых, из-за того, что они не хотят брать ответственность за свое здоровье на себя, и они перекладывают эту ответственность на врачей. И врач, как бы он ни старался помочь человеку, но если человек не хочет помочь сам себе, как говорил Гиппократ, прежде чем начать лечить человека, задай ему вопрос, готов ли он отказаться от тех привычек, которые сделали его больным. И вот это я поняла через несколько лет, но, к сожалению, мое это недопонимание значимости профилактики болезни по сравнению с лечением, да, тоже отразилось на моей семье. У меня заболел тяжелый муж, он в одночасье лишился работы, у него было тяжелое заболевание, которое его привело к инвалидности, и он потерял работу, я не работала 2 месяца, будучи у постели его. И, вы знаете, было очень тяжелое финансовое положение, просто безвыходное в определенной мере. Но опять мне на помощь пришел коралловый клуб. И пришел он в виде того, что у меня за спиной уже была моя команда. И был впереди мой наставник. И их взаимодействие привело к тому, что команда росла, а я когда-то в свое время пригласила в этот, сначала узнать о здоровье побольше, да, потом в бизнес своих пациентов, своих партнеров. И вот они-то в свое время распознали эту возможность в коралловом клубе, и они ее использовали, они росли, и росла в целом наша команда, росла наша сеть. И вот в этот период, тяжелый для меня период времени, не только коралловый клуб мне помог в плане продукта восстановления здоровья моего мужа, он также помог в финансовом плане. И я получила вот тот самый пассивный доход, причем в таком размере, который бы я могла заработать, если бы я несколько месяцев работала в медицинском центре. Вы знаете, в этот момент провалился жетон. Я поняла, что у меня есть очень надежный партнер, и у меня есть очень хороший бизнес, с которым я могу идти к людям, я могу честно смотреть им в глаза, потому что я им предлагаю здоровье, я предлагаю им обучаться
тому, как ухаживать за своим организмом, как его поддерживать для того, чтобы не болеть. Это профилактика, это очень ценные знания, как говорит один из наших наставников, чистое золото. И когда я приняла решение, что да, я расту, я развиваюсь в этом бизнесе, все запустилось замечательно. Мы росли с командой, росли наши ранги, росли товарообороты, рос пассивный доход. Я стала обладательницей подарка от компании. Это автобонус. Этот подарок я сделала своему мужу. Он очень переживал после своей болезни, вот, что он не может полноценно уже работать. И я сказала, у нас все будет отлично. У нас есть коралловый клуб, и у нас будет большой семейный бизнес. И действительно это подтвердилось. И все было замечательно. У нас были большие амбициозные цели и в семье, и в команде. Но в нашу страну пришла война. И это, конечно, было потрясающее, большое потрясение для всех. Но, как говорится, беда, она не приходит одна. И беда, еще большая беда пришла в мой дом, потому что в первый день войны, не выдержав всего происходящего, ушел из жизни мой возрастной отец. Через месяц легла моя мама и лежит уже 8 месяцев. И вы знаете, если бы я работала в медицинском центре, то, потеряв работу в одночасье, я бы осталась, наверное, только на пенсии. Пенсии, которую получает мой муж и моя мама. Но, слава богу, я в коралловом клубе. И да, сначала для нас это был большой удар, для всех. Многие мои компаньоны выехали за рубеж, кто-то остался в Украине, мы немножко приходили в себя. Но спасибо коралловому клубу. Компания настолько нас подстраховала, она подставила руки, она обеспечила нас всеми продуктами в нужное время, всеми доставками, всеми возможностями для того, чтобы мы сами пользовались продуктом, помогали в этом плане людям восстанавливать, поддерживать здоровье, укреплять. И кроме того, мои компаньоны многие, они не просто выехали за границу, они вывезли свой бизнес в кармане, они вывезли его в своем мобильном телефоне, потому что мы можем вывозить свой бизнес, где бы мы ни были, мы можем строить свой бизнес, бизнес у нас международный, и та особенность маркетинг-плана, о которой вам может рассказать тот человек, который вас сюда пригласил, я сейчас не буду на этом останавливаться, это единый клубный номер, просто проговорю про это, дает возможность, где бы ты ни находился, в какой точке мира, если у тебя есть интернет, ты можешь строить этот бизнес. И вы знаете, вот мои компаньоны, я очень рада за них, я очень счастлива, потому что они даже будучи не дома, они чувствуют себя уверенно. Многие люди, которые выехали, они сталкиваются с тем, что нет возможности получать медицинскую помощь, нет возможности попасть вовремя к врачу, то есть в остром состоянии надо месяца три иногда ждать приемов. Вот. А есть продукт, который поддерживает и восстанавливает здоровье. Но кроме этого, мои компаньоны не столкнулись с такой ситуацией, что нужно идти и где-то вот работать разнорабочими, где-то себе на жизнь накапливать, потому что уже есть бизнес в коралловом клубе, и можно спокойно его строить, как я уже говорила, из любой точки мира. Так что вот такая вот удивительная компания. Хочу сказать, что наши товарообороты растут, наши возможности растут, наш бизнес расширяется вместе с возможностями компании. И я, конечно, очень благодарна за это коралловому клубу. И давайте мы немножечко чуть больше узнаем про компанию. Максим, пожалуйста, слайды. Итак, друзья, компания впервые зарегистрирована в 1998 году в городе Торонто, Канада. И в этом же городе находится главный офис компании. Наша компания работает на рынке wellness-индустрии, как вы уже, наверное, поняли из ролика. И вы знаете, на сегодняшний день это очень большой рынок. Это рынок, на котором находится самое большое количество денег, скажем так, самые большие товарообороты. То есть вот была такая сравнительная табличка, и вот по данным на 2021 год товарообороты в сети wellness-индустрии превышают 4 миллиарда долларов. Это самые большие товарообороты в мире. То есть это говорит о том, что в мире есть большая заинтересованность в здоровье. Да? То есть особенно два года пандемии показали, что люди не хотят болеть, они не хотят лечиться, они не хотят тратить свои деньги на химические препараты и на аптеки, на лекарства, на больницы. Люди, многие люди хотят быть здоровыми, они хотят профилактировать свои
свое состояние, да, профилактировать болезни, и поэтому они занимаются спортом, поэтому они пересматривают свое отношение к здоровому питанию, и в том числе они пользуются витаминами, они пользуются биологически активными добавками. Но возникает один вопрос. Есть масса компаний, у которых есть прекрасные продукты, но дело в том, что для того, чтобы эти прекрасные продукты попали в организм человека, их должна в каждую клеточку донести вода. И вот, как вы уже видели тоже из ролика, немножко повторюсь, уникальным торговым предложением нашей компании является то, что мы несем людям информацию о живой, биологически доступной воде. То есть нашей водой можно запивать любые витамины, любые БАДы, да, и можно получать результат. А как же, в общем, можно немножечко дальше, сейчас мы к этому вернемся чуть позже, вот, все началось с воды. Вы знаете, в 1979 году в книге рекордов Гиннесса появился такой вот результат о том, что в префектуре Окинава в Японии живет самый старый житель планеты, ему было на тот момент 115 лет. И это была сенсация, которая привлекла к себе большое количество журналистов, а вслед за ним потянулись и ученые стали изучать, что же, в чем же феномен. Причем на этом острове, было большое количество долгожителей. В принципе, в Японии много долгожителей, но самое большое количество долгожителей Японии живут как раз на Окинаве и на Токуносиме, префектура Окинава. И вот когда ученые стали разбираться, в чем же причина, выяснилось, что климатические условия примерно одинаковые. Еда, которую едят все жители Японии, тоже примерно одинаковая, но уникальность именно Окинавы и Токуносимы состояла в том, что они пьют воду, которая профильтрована через реликтовый коралл, через белый коралл Санго. И вот этот вот белый коралл Санго, он уникален тем, что он по своей структуре подобен кости человека. И когда водичка фильтруется через такой коралл, то она насыщается всеми полезными свойствами. Причем в том соотношении, как в наших жидкостных средах организма, то есть как в нашей плазме крови, тоже содержание минералов, микроэлементов, как кислотно-щелочной баланс такой же, насыщается вода энергией, насыщается она становится структурированной. И самое главное, вот то, что отметил человек столетия прошлого, да, академик Ваиль Казначеев, один из 100 лучших ученых мира, он сказал о том, что это палеопродукт, она не просто насыщает воду кальцием, да, биологически доступным. Эта водичка несет память первичного океана. И когда клеточки окунаются в эту водичку, когда они омываются и очищаются ей, то они начинают регенерировать, то есть они начинают восстанавливаться. И это самая большая ценность этой воды. Так вот, жители, которые живут на островах Окинава и Токуносима, они не знают болезни цивилизации. Там средний возраст где-то 75-100 лет. И у них даже есть ансамбль пенсии и пляски, куда не берут людей моложе 100 лет. Вот. То есть у них нет артритовой артроза, они не болеют инсультами, инфарктами, у них не повышается давление. То есть вот такая вот удивительная вода. И, конечно же, когда президент нашей компании Леонид Августович Лап узнал об уникальных свойствах белого коралла Санго, то он понял, что это идея на миллион. Ну, во-первых, надо сказать, что Леонид Августович родом из Николаева, Украины. И он не понаслышке знал о проблемах с питьевой водой, потому что в Николаеве в советское время довольно часто отключали воду. И приходилось там утром и вечером только и пользоваться, на целый день набирать эту воду в какие-то баки. Она была не самого высокого качества. И, конечно же, Леонид Августович, когда узнал о такой возможности, то, вот как видите, его слова тут написаны на таблице. Когда я узнала о свойствах реликтового коралла, я подумала, как могла бы изменить жизнь миллионов людей, не имеющих доступа к качественной питьевой воде. Вот. То есть вот такая вот благая цель у него была. И Леонид Августович поделился этой информацией со своим другом, со своим компаньоном. Можно следующий слайд, да? С генеральным директором нашей компании Эриком Миграбяном. И это тоже вдохновило его нести здоровье людям.
Поэтому на сегодняшний день это ниша, которую занимает только коралловый клуб, да, то есть ниша кондиционирования воды белым кораллом санго, который делает воду физиологической, биологически доступной, насыщенной. Это вода самых лучших курортов мира. То есть этот маленький однограммовый пакетик, он просто попадая в воду, он делает ее такой, что какую люди пьют на самых лучших мировых курортах. А мы имеем возможность пользоваться им ежедневно, причем, вы знаете, стоимость полуторалитровой бутылочки с белым кораллом санго меньше чашечки кофе в день. То есть совершенно доступная вода. И вот на Окинаве есть такая легенда, когда была всегда, по-моему, лет 300, как она существует, насколько японцы помнят, о том, что Окинава призвана когда-то спасти мир. И, судя по всему, именно белый коралл санго это и сделал. Да? И вот, узнав такую идею, Леонид Августович, вдохновив Эрика Неграбяна, создают нашу компанию и несут эту идею в мир. А теперь давайте мы с вами посмотрим на все это с точки зрения бизнеса. Смотрите, друзья, вот есть разные продукты, которые предлагаются на рынке, да, в том числе в wellness-индустрии. Есть косметика, есть средства там за уходом для дома, есть средства, например, для стирки белья, да, какие-то там парфюмерные средства и так далее. И скажите, пожалуйста, вот какому количеству людей, в принципе, нужны эти все средства? Это будет небольшой сектор, да, по возрасту, по полу и так далее. А какому количеству людей на планете нужна чистая, живая, биологически доступная вода? Я думаю, что вы мне все ответите и все со мной согласитесь, что всем людям на планете. Поэтому я бы сказала, что эта идея не на миллион, это идея на миллиард. Вот. И наша компания 4 года назад поставила себе очень амбициозные цели стать миллиардной компанией и принести эту воду в каждый дом. И девиз нашей компании – напоить весь мир водой. Поэтому, если вы рассматриваете те предложения, о которых я сейчас говорю с позиции бизнеса, вы понимаете, что какая драгоценность у нас в руках. Да? Это то, что понадобится каждому человеку. Кроме того, вода заканчивается, ее нужно пить каждый день, поэтому это возобновляемый продукт. И это тоже очень важная идея для бизнеса. Так, замечательно, друзья, идем дальше. Хочу немножечко вас просветить очень быстренько по поводу того, что когда мы выбираем компанию, да, если мы вот приняли решение развиваться вместе с ней, то надо на что смотреть? Надо смотреть в первую очередь на стабильность и надежность компании, а второе, надо смотреть на перспективы ее развития. И вот на рынке на сегодняшний день существует 3 вида компаний. Есть компании новые, которые только заходят на рынок, которые только рынок осваивают, готовят там продукцию, сертификацию, инструменты для продвижения и масштабирования. И вы знаете, по статистике, за 12 лет 95% новых компаний уходят с рынка, не выдержав конкуренции. И за первые 3 года с рынка уходит 50% компаний. Поэтому человек, который зайдет в такую компанию, возможно, на предложение быстрого заработка, он может потратить свое время, и он, когда компания уйдет, он просто будет в большом разочаровании. Есть компании, которые уже все это подготовили, которые уже зашли на рынок, и у них началась фаза экспоненциального роста, то есть активного роста, масштабирования, и как раз вот в этой фазе находится наша компания. И наконец-то есть компании, которые на рынке уже достаточно долго, много лет, они зашли уже на уровень плата, у них есть уже стабильность. Но что в этой ситуации? В этой ситуации нет возможности больших доходов. Тех доходов, которые есть у нас на сегодняшний день. И это связано с тем, что, в принципе, возможности экспоненциального роста у таких компаний уже не будет. Поэтому, если говорить о нашей компании, наша компания на рынке 23 года, даже больше уже.
И наша компания пережила 4 периода кризиса. Причем из каждого из этих кризисов, 4 кризиса, да, она вышла очень достойно, выплатив до копейки все своим дистрибьюторам и поддержав всю свою структуру и всю свою сеть. Поэтому мы гордимся нашей компанией, мы благодарны за то, что она так нас поддерживает. На сегодняшний день наша компания имеет представительство в более чем 20 странах мира. Есть 350 офисов продаж брендированных. Есть доставка более чем 120 стран мира. И еще одной эксклюзивной такой заслугой нашей компании является идея концепции здоровья. Это то, чего нет ни в одной компании мира, и то, в чем мы являемся конкурентоспособны на нашем рынке, на рынке wellness-индустрии. Ну вот тут вот идет наш флагманский продукт. Максим, можно дальше пролистать, потому что время у нас совсем ограничено. И концепцию здоровья покажите нам, пожалуйста. Потом мы вернемся к этим слайдам очень быстренько. Итак, дорогие друзья, это уникальное предложение от Международного кораллового клуба подходить к своему здоровью концептуально, то есть системно подходить. Это глубокие знания, знания, которые основаны на том, что знали наши предки, но при этом проверенные современностью и с использованием современных технологий. И вкратце, в чем же состоит эта концепция? Буквально в двух словах. Представьте себе, что организм любого человека – это такой аквариум на ножках, потому что мы на 70% состоим из воды. И если это аквариум, то как вы думаете, что необходимо для того, чтобы рыбки в этом аквариуме жили долго и счастливо? Вы со мной наверняка согласитесь, что аквариум должен быть чистый, в нем должна быть чистая вода, в которой растворяется кислород, светлый, да, ухоженный, и рыбки должны получать полноценное питание. Так вот, нашему организму нужно то же самое. Вы знаете, на сегодняшний день в медицине известно 26 тысяч диагнозов, но если разобраться, то по большому счету существует всего лишь несколько причин болезни. Первое – это обезвоживание, второе – это загрязнение организма. И третье – это недостаточность питания организма. И вот если восполнить вот эти вот все недостатки, да, изменить их, скажем так, а именно этим занимается наша концепция здоровья, которая включает в себя 4 шага. Первое – это напоить организм живой, биологически доступной водой. И кроме белого коралла, минеральной композиции Coral Mind, у нас еще есть и другие продукты, которые улучшают качество воды. Если почистить организм от шлаков, токсинов, которые приходят в наш организм извне и которые образуются в процессе физиологической деятельности него, организма нашего, если накормить его всем, что необходимо, а организму необходимо 28 аминокислот, 15 микроэлементов, 12 групп ферментов, 3 полиненасыщенные жирные кислоты, то тогда наш организм будет нас благодарить. Да, и в конечном итоге, что еще четвертый шаг, это защитить организм от неблагоприятных факторов внешней среды. То есть вот такая концепция. И вы знаете, третья жемчужина нашей компании – это паковые решения, это такие боксы здоровья, которые представлены вот сейчас у вас на экране, которые разработаны мировыми учеными. И это создает удобство не только для потребителей, потому что, открыв такой пэк, там находится инструкция, книжечка, полная информация по поводу того, как пользоваться этим продуктом. Но это еще и очень удобный инструмент для дистрибьютора. Почему? Потому что тут не нужно никого лечить, тут никому не нужно ставить диагнозы и никому не нужно подбирать индивидуальные программы. Все за нас это сделали ученые, ученые с мировым именем на основе тех физиологических потребностей нашего организма, которые у него есть. И поэтому все, что нужно дистрибьютору, это рассказать, поделиться этой информацией с теми людьми, которым это важно, которым это интересно и полезно, и сопроводить человека в процессе его прохождения этих шагов концепции до результата. То есть у нас есть профессиональное консультирование, и это отдельный повод для гордости. Да? Это принципиальная позиция компании.
чтобы каждый человек, который приходит на продукт в компанию, он имел своего грамотного консультанта. Но у вас может возникнуть вопрос, а как же всему этому научиться? И я вам хочу сказать, что тут компания тоже о нас позаботилась, потому что есть обучение, не надо быть врачом для того, чтобы знать, что нужно пить чистую живую воду, что нужно очищать простыми способами свой организм, кормить его тем, чем положено, да, и защищать его от неблагоприятных факторов. И очень важно, что фундаментом бизнеса у нас есть любовь к продукту и понимание его ценности. Даже маркетинг-план построен таким образом, что единственное, во что мы инвестируем в компании, преимущество нашей компании в том, что мы можем развиваться тут без финансового риска, без капиталовложений. Единственная инвестиция, которую мы делаем, мы инвестируем в свое здоровье. И получая результат, мы просто делимся этим результатом с окружающими людьми. А результатов у нас, поверьте, сотни тысяч, если не миллионы, потрясающих результатов. И вот так вот люди, идя по концепции здоровья, не только восстанавливают свой организм, даже ряд людей просто уходят от тяжелых диагнозов, хотя это не самоцель, да, это самое главное, ну, как бы помочь поддержать свой организм. Вот такая информация, друзья. И я хочу еще обратиться к 5 принципам компании. Мы очень быстренько по ним пробежимся. Максим, покажите нам, пожалуйста, это. Вот. Значит, смотрите, качество без компромиссов – это первый принцип. И у компании более 2000 сертификатов самого высокого уровня мирового. Вот ряд из них вы видите на нашем слайде. Дальше, пожалуйста. Максимальная безопасность, то есть все наши продукты не содержат ГМО, гормоны, глютен, вредные консерванты, флотаты, искусственные ароматизаторы, усилители вкуса, пестициды и гербициды. Компания очень принципиально подходит к этому вопросу. Дальше, пожалуйста. Разрабатывают программы и наши продукты лучшие специалисты мира. Кто-то же должен был. Дальше, Максим. Следующий слайд. На одной волне с природой. Наши продукты, они созданы из природных, натуральных ингредиентов. И вы знаете, у нас очень экологические продукты, у нас даже экологические упаковки, потому что наши пластиковые баночки сделаны из биополимеров, из пластика, который разлагается в внешней среде. И компания даже принимает участие в мероприятиях по очистке Мирового океана. И пятый – это технологии без границ. Наши продукты производятся в странах с высоким уровнем технологии, такие, как вот представлены сейчас на этих слайдах, не буду на этом останавливаться. И какие же есть варианты сотрудничества с нашей компанией, друзья? Давайте мы посмотрим очень бегло. Есть 3 варианта. Вы можете быть потребителем, вы можете быть дистрибьютором, либо вы можете партнером. Очень быстро и вкратце об этих видах сотрудничества. Следующий слайд. Смотрите, потребитель – это тот человек, который пользуется продуктом, при этом, как только он становится членом клуба, он сразу получает 20% скидки на все продукты компании. Он имеет 5% кэшбэка за покупки по твоей рекомендации. Это очень интересный момент, я хочу на нем быстро остановиться. Смотрите, друзья, если вы пьете продукт, и вам нравится, и вы рекомендуете его другим людям, и они тоже становятся членами клуба, то компания в благодарность за рекомендацию дает вам 5% с тех закупок, которые делают ваши друзья и знакомые. И даже в ситуациях, когда вы не пользуетесь продуктом, вы все равно получаете эти 5%. Ну, мало ли, нет возможности приобретения продукта и так далее. Вам все равно накапливается этот кэшбэк. Это уникальная возможность, которая есть только в нашей компании. Так, 10% кэшбэк своих покупок для премиум потребителей. Продуктовые акции, специальные предложения и комьюнити, разделяющие ценности ЗОЖ. Следующее взаимодействие с компанией – это дистрибьюторы. Тут то же самое, что и для потребителей есть, да, все те же возможности, но тут есть возможность еще обучения, получения дополнительного дохода. И вот я вам говорила, что у нас есть обучение в компании, есть обучение в команде, есть обучение на сайте компании Coral Business Academy, бесплатное,
И любой человек может получить для себя новую профессию сетевика, если он этим заинтересовался. Участие в мероприятиях компании по всему миру. То есть есть возможность путешествия с компанией. И, наконец, кто такие бизнес-партнеры? Бизнес-партнеры – это те люди, которые имеют большие амбициозные цели. Если люди, которые хотят иметь дополнительный доход, они могут заработать и даже в первые месяцы, изучив это все, задайте эти вопросы людям, которые вас сюда пригласили, изучив наши возможности более подробно, зарабатывать 200, 300, 500 долларов, да, можно выйти даже на доход 1000 долларов, то мы сейчас говорим о тех людях, у которых цель достигнуть пассивного дохода 10 тысяч долларов плюс и выше, да, можно и выше на самом деле, нет потолка, нет ограничений. И вы меня спросите, как это сделать, я вам скажу. Смотрите, для того, чтобы выйти на товарооборот в 10 тысяч долларов в месяц, нужно, вернее, выйти на доход 10 тысяч долларов в месяц, надо создать товарооборот 100 тысяч долларов. И скажите мне, пожалуйста, легко ли одному человеку вручную, да, выйти на такие товарообороты? Вот если это, например, бизнес линейный, я думаю, что вручную одному это сделать, ну, архисложно, да, и если мы предложим это нашим компаньонам, если мы привлечем людей, которые такие же амбициозные, такие же целеустремленные, которые тоже хотят достичь многого, хотят изменить свою жизнь, хотят, как говорила Марина, вылечить дистрофию кошелька, да, вот, то, как говорил Генри Форд, чем мне легче, да, получить 1% от усилий 100 человек, чем прикладывать 100% собственных усилий. Да? И если вот создать такую команду амбициозных людей, и, предположим, у вас в команде 10 партнеров, а у него есть своя команда, и каждый из партнеров вместе с вами делает товарооборот в 10 тысяч долларов, а это реально невозможно, то тогда можно выйти на доход в 10 тысяч долларов в месяц и выше. Я показываю, ну, наверное, нижнюю планку тех возможностей для большого бизнеса, которые у нас есть. И, вы знаете, друзья, я сказала о том, что у компании большие амбициозные планы. Компания в зоне экспоненциального роста. И компания сейчас выходит на международные рынки. То есть мы растем, мы развиваемся. И люди, которые сейчас находятся за рубежом, они открывают тоже для себя новые рынки. Поэтому у нас большое-большое перспективное будущее. И невзирая на все происходящее вокруг, мы все равно твердо верим в то, что если нести людям здоровье, если нести людям добро, если нести людям нужную информацию, то это обязательно окупится, да? И вы знаете, на Земле станет намного больше здоровых, счастливых людей, и мир однозначно изменится к лучшему. И я приглашаю вас в нашу компанию. Мы, вы знаете, мы не хотим никому понравиться на самом деле, потому что у нас клуб людей, клуб единомышленников, и у компании не только амбициозные цели. У компании есть очень большие ценности, которые объединяют людей. И вы знаете, не каждый попадет в нашу компанию. Если ценности людей не совпадают с нашими ценностями, а ценности у компании – это здоровье, это семья, это дружба, это поддержка, это процветание, это забота об экологии, это осознанное отношение к своей жизни. И вот если эти ценности вам близки, если они совпадают с нашими ценностями, то добро пожаловать в нашу компанию и в нашу команду. Дорогие друзья, на этом я хочу завершить нашу встречу. Она оказалась немного более длительной, чем я хотела. На самом деле очень много, чем хотелось бы с вами поделиться. Но если у вас остались вопросы, обратитесь, пожалуйста, к тем людям, которые вас сюда пригласили. Они обязательно на них ответят. А я хочу с вами попрощаться и пожелать вам, дорогие мои, здоровья, счастья, мира на Земле. Осознанного отношения к жизни. Всего самого доброго и светлого. Всего доброго, друзья. До свидания. Большое спасибо, Танюш. Спасибо большое. Во благо, друзья. Большое. Спасибо.
Говорят, что случайность – это второе имя Бога, когда он не хочет произносить первое. И все лучшее в нашей жизни на самом деле происходит случайно. Так я познакомилась со своим другом и партнером в бизнесе Катей Ханчи, которая мне показала дорогу, путь к успеху, к процветанию. В моей жизни появился надежный партнер, с которым у меня общие ценности. Это Coral Club. И жизнь поменялась. И стали осуществляться самые нереальные мечты. У меня появилась команда дружных, счастливых людей. Мы растем в бизнесе, мы добиваемся наших целей, наших желаний. И вот одно из таких желаний – это автомобиль, подарок от компании Coral Club. Я стала участницей бонусной программы Coral Club, и сегодня компания дарит мне этот прекрасный автомобиль. Мы растем с нашей командой, мы несем людям знания о здоровье, о финансовой независимости, мы становимся успешнее и успешнее. Если ты мечтаешь осуществить свою мечту, и если ты хочешь сделать это наиболее экологичным способом, присоединяйся, и тогда она обязательно сбудется, если ты будешь с нашей командой.